Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Коротко о главных новостях на сегодня, 18 сентября 2024 года. Прошедшие сутки были поистине взрывными, а информация буквально сотрясала информационное поле от Ливана до Твери. Сегодня ночью Украина атаковала российскую территорию беспилотниками. Их, конечно, всех сбила могучая пещерная ПВО. Но это не точно. В Торопец пришел капец. Беспилотник атаковал арсенал, в котором могло находиться около 30 тысяч тонн различных боеприпасов. Анонимный источник в СБУ заявил, что в Торопце сдетонировал ракетный арсенал. Подробности о срочной эвакуации жителей и яркой детонации «Искандеров», точек «У» и «Кабов» в программе «Обратный отсчет» на Патреоне. А накануне в Ливане в результате массового подрыва пейджеров погибли десятки и пострадали тысячи боевиков «Хезболлы». Чем были начинены пейджеры и насколько массовым был удар, посеявший среди боевиков страх и смятение? «Хезболла» публикует некрологи и грозится нанести ответный удар. В МИД России уже заистерили, назвав атаку на «Хезболлу» терактом. Генсек НАТО Столтенберг усомнился в том, что удары западным оружием вглубь России могут стать воображаемой «красной линией». В ответ Песков назвал это заявление безответственным и намекнул, что красные линии есть, и они страшны. Компания Microsoft выявила очередные попытки российского вмешательства в президентские выборы в США. Цель – президентская кампания Камалы Харрис. Все эти темы мы подробно освещаем в программе «Обратный отсчет» на платформе Patreon. А еще вышла программа «Постскриптум» об утечке документов из одного московского агентства, которое в интересах Кремля вело теневую войну против Израиля. В них цинизм и ужас, а главное – вера в абсолютную безнаказанность. В описании я оставлю ссылки на программы «Обратный отсчет» и «Постскриптум». Подписавшись всего за $10 в месяц, вы каждый день получаете самую важную информацию. Емко, объемно, беспристрастно. Вы в прямом смысле вообще ничего не теряете, ведь вы можете не только отписаться в любое время, но еще в сентябре у нас специальное предложение для новых подписчиков на Патреоне. Если вам по какой-либо причине не понравились наши материалы, мы вернем вам деньги за сентябрь. То есть вы ничего не теряете вообще. Вам достаточно будет просто написать нам на почту PR Сотник TV @gmail.com. Жду вас на Патреоне.